Отдых – это обязательная вещь. По молодости ты думаешь, что вообще отдых – это лишнее. Вот, у меня была присказка, я говорил, ну, наконец, выходной, можно нормально поработать. Это была моя ошибка, она перевела меня к переутомлению, которое привело к снижению иммунитета и привело меня к параличу. Я потом 2 года возвращался, так сказать, на свои конечности. Просто переутомление и игнорирование периодов отдыха может вас легким движением руки, ноги или чего-то еще тяжелым предметом в поддых вот, устроить неприятное событие. Поэтому отдых – это вещь обязательная. Я просто первые 3 дня, как я нахожусь в отпуске, у меня наступает отдых, и мозг говорит «все». Вот, я могу спать в 3 раза больше, чем я сплю обычно. Почему? Потому что если очень высокая нагрузка, то вы оказываетесь в ситуации, что вы должны в полноценном отдыхе, и желательно, если этот отдых еще сопровождается разными восстановительными мероприятиями. Научитесь как бы уважительно относиться к отдыху.